15 на 15 расставьте, пожалуйста, комплект для игры в морской бой. Что такое комплект для игры в морской бой? Это один корабль размером 1 на 4, два корабля размером 1 на 3, три корабля размером 1 на 2 и 4 корабля размером 1 на 1. Чтобы в любом горизонтальном ряду была хотя бы одна клеточка одного из кораблей. И в любом вертикальном ряду тоже, чтобы была хотя бы одна клеточка, хотя бы одного из кораблей. Что вы мне показываете? Значит, ставить сначала здесь крестики, да? Так, дальше что? Дальше вот так вот. Дальше. Так, три раза подряд. Еще три раза подряд сделал. Дальше. Потом три на три. Горизонтально, да? Горизонтально. Не три на три, а три на один. Потом три один вертикально. Потом три один вертикально. И... Спасибо. А что это за четыре крестика наискосок? Это четыре корабля. Мои. Маленькие корабли. Ну, если угодно, я могу зарисовывать, но, если честно, не очень я хочу. Вот это один корабль, второй, третий, четвертый, ну и так далее. Ребята, ну, понятно. Обратите, пожалуйста, внимание. Если бы доска была хотя бы на одну вертикаль или на одну горизонталь больше, у нас бы ничего не получилось. Скажем, если доска была бы 16 на 16, или даже 15 на 16, то такое бы не получилось. Согласны?